Это прогноз погоды на АТВ. Сегодня о том, что будет за окном в четверг, 14 апреля. Днем по северным районам пасмурно и минус 1 градус с порывами ветра до 11 метров в секунду, а ночью минус 11. По югу солнечно, днем до плюс 7 градусов, а ночью минус 5 с порывами ветра до 6 метров в секунду. В столице Бурятии переменная облачность и до плюс 6 днем. Ветер до 6 метров в секунду, ночью минус 5. И помните, возможности не приходят сами, вы их создаете.